Ильят. Марусь, привет. Это сейчас будет арс жарить. Да. Ну, сейчас узнаю у него. Ари. Привет, привет, Мадина. Машка, привет, всем привет, привет. Да. Всем привет, всех рада видеть. Смотрю домик, да, такая красивая авария, спасибо. Это у нас с тобой семейная, ты же знаешь. Красотка, спасибо большое. Привет, Мари. Звезда, конечно. Ты сомневаешься? Когда тебе уже кастинг сделают, интересно посмотреть на тебя в отношениях. Сама жду, сама мечтаю, понимаешь? Не только жду, я уже мечтаю, уже желание загадываю, Маруся. Я даже первый начну смотреть. Я тебе сразу напишу. Нет, еще не нашла парня. Вот жду, когда же придет ко мне. Тот самый... Сильный, харизматичный, умный, веселый, красивый мужчина. Привет. Привет, привет всем. Рассказывайте, как у вас дела? Как проходит подготовка к Новому году? Уже чувствуете праздник? Есть такое ощущение, что скоро, вот совсем скоро Новый год. Ну, смотрите, какая елка. С подарочками. Валерия, все в порядке. Мне спасибо большое. Совсем скоро сессия у Ари. Но у тебя прям, я чувствую, особенный праздник. Белоруссия, привет. Не Беларусь, а Беларусь, прости, пожалуйста. Только посмотрела эфир, да, и вашу маму и тут, и там показывают. Завтра что растираем? А уже купила там продукты, которые до Нового года трогать нельзя? Хочешь в конце января к нам? А после сессии, да, ты сюда? А надо придумать, какое. А там в комнате, она, по-моему, занята уже. А, они во вторую пошли к этому, к Лёхе. Привет. Ты забыла, у меня же ДР 27-го. Такие, какие пока продукты уже есть? Я пока посижу, говорю, Лям, подожди, пожалуйста. Ну, Маруська, ну забыла, ну, конечно, прости меня, пожалуйста. 27-го, надо сейчас себе поставить заметочку. Сколько тебе платят за дебош? За какой дебош? За какие деньги? Вы о чем, ребята? Какие вы все ведомые? То есть вам только кость кинуть, и вы разорвете, поверите в это. Привет, Вова. Привет. Медведя, что ты мне дарила, малая отжала. Ну, по наследству уже, понимаешь, Маруська? Уже все.
Теперь все детям, все детям. Че, ей нравится этот медвежонок? Старкина, ты красотка, спасибо большое. Я улыбаюсь. Ирен, спасибо, привет. Весь интернет пестрит, что тебя оргии крышуют и говорят, с кем поругаться. Ну я же вам говорю, ребят, вам только кинуть кости, вы ее разорвете. То есть я сейчас напишу о том, что я, не знаю, там, с кем-то поволшебничала, просто вот мне захочется это написать, и вы в это поверите, скажите, пожалуйста. Вся моя коллекция медведей уже к ней отошла, а там столько белых, ну... Они уже там, наверное, она их кормит. Кашки, может быть, они там. Может, разукрашивают. Конечно, поверят. Ари, ну это вообще, ты понимаешь? Как бы не хотелось оскорблять людей, но получается, что вы ведомые, к сожалению. Ой, моя любимка. Обиделась ты меня, да? Да, не обиделась. Я хорошо общаться, не обиделась. Ты я очень умная. А ты не поняла, обо почему? Всех. Ты не поняла? Я уже потом сказала, то, что вас зарядили, и вы поэтому так делали. Ну, вот, да, меня Вова крышует. Ну, потому что я сначала не знала. Все, я проголосовала, ты не обратила внимания? Гриценко вернется на проект? Я не знаю. А с тобой ты общалась? Ты очень мягко высказываешься. Ну, я превращаюсь просто в девочку. Почему не дать? Да, я на поляне. Вот ты тоже могла взять. Я в прямом эфире. По-другому, а ты так не сделала. Не обидела. Не обижайся, Розалия. А просто больше, ну ты же понимаешь. Да я прикалываюсь. Люди хотят мяса. Там столько гадостей пишет, Женя Сулейманов. А ты что с ними построила? С кем, с Валерой? Там Аляна рядом. Нет, Роза, она просто сама мягкость. Да, я... Мякиш такой, знаете ли. Ну, ему пока не нужно. А вот интересно, а если я буду из себя строить жертву? Меня будут тоже жалеть. Тоже будут говорить, какая бедная, несчастная. А все вокруг мудаки? Тут собираются вернуться из старых участников. Уже отменили приход старых участников. Вспоминайте о наших зрителей, как-то не верить. Про девочку. Ой, Арина. Мне мужик надо, надо как-то мужика завлечь, понимаешь? Надо побыть немножко девочкой. С боевым настроем, говорят. Сколько вас на проекте человек? 40, по-моему, или что-то такое? Юлечка, привет. Тарас, тебе тоже привет. Я не поняла, почему ты сегодня не приехал. То есть теперь старым участникам нельзя вернуться? Вроде почему? Говорили, ну, я не знаю, почему, но отменили, да, уже приход стареньких. Разницы нет, есть позвоночник. Нужно только нарастить. Может быть, в другое какое-то место привезли? Сейчас. Ой, Вов, ты о чем? Поэтому я не знаю, куда ты там что-то отправлял. А что, не было, кстати, который должен уйти? Привет, привет. Да я целый день мучаюсь. Мясо? Чтоб я весила 60 кг? Один старый я бы у всех задолбал. Хватит старых вести. Правильно, что отменили. Роза не хочет губы сдуть? Не хочет. Сколько время на острове? Плюс час от Москвы. Смотрела запись эфира вчерашнего. Что там... Про Барзикова. Ну, Барзиков заходит ко мне в прямой эфир, а я ему передаю приветы. А, про жертву, ну да, поняла. Вот, Оль, ты без отношений, тебя не номинируют на уход. И? Я пробую строить отношения, я жду мужчину, но вот с теми, с кем я пробовала строить отношения, к сожалению, ну никак не получилось. С наступающим тебе счастья, любви. Спасибо большое, Тарас, взаимно. Да, Маруська, ну земляк же нас, ну понимаешь, мы чувствуем
все почему-то наши земляки, близкие нам люди, по духу крутые ребята, настоящие мужики. Никто не тусуется, а рядом со мной сидит только Розочка. А кто завтра уйдет? Завтра и посмотрим, кто уйдет, я не знаю. Да, Леночка ушла, покинула проект. Почему не номинируют? Это же не я решаю. Потому что я, наверное, хочу построить отношения. Я не знаю, ребят. Потому что она не пустышка. А вы хотите, что мои номинации, чтобы меня выгнали? К чему эти вопросы? Так пусть уже идет к тебе этот матч. Как его? Надо его как-то завлечь, понимаешь, Марусь? Анастасия, привет, привет. Лена, ну да, есть такое дело. Потому что... Почему как-то не посадили? Знаете, меня садить не надо, я сама сажусь. Вот прекрасно, прекрасно сижу, вообще очень круто. А где Лёша? Какой Лёша? Безус или Купин? Ты где? Где все? Я на общей кухне. Где все? Я не знаю, кто по комнатам разбежались. У всех телефоны. Я с Розочкой только сижу. Ты классная. Спасибо большое. В тюрьму. Федотова. Федотова в тюрьму хочет, ребят. Поможем ей? А Ленке штраф не садили за разгром комнаты? Я не знаю. А, еще и фиг попадешь к вам. Ну да, это факт. Если бы он и пришел, начали бы запинчук разговора сразу. Греча, Греча где-то в комнате. Меня в тюрьму, Федотова? А что там? Подготовь мне комнату, пожалуйста, с плазмой, с кондиционером, чтобы у меня был каждый день шведский стол. А потом поговорим, окей? Пускай приведу тебя нормального. Я сама жду хорошего. Ты глупая. Я глупая, да, я ж не отрицаю этого. Главное, понимаешь, не казаться умной, когда ты глупая. Поэтому, мисс Федотова, ты богиня ума. Роза там на всех гонит или как? Нет, Роза всегда говорит по факту. Правду и только правду. Слушай, ты пыл свой сбавь, идиотка. Так избить человека, пострадала бы на... Посмотрела бы на тебя, если бы ты так избили твою дочь. Идиотка – это Леночка Васильченко. Вот ее фамилия – идиотка. Это первое. А второе – Лена Васильченко. Сделай так, чтобы я тебя долго искала. Нет, Гриценко не вернулся на дом 2. Ира с кем мутит, ни с кем не мутит. А что еще подготовить? Домашнюю одежду, тапочки, пожалуйста, такие тепленькие, чтобы были. Что мне там еще надо будет? А, ноутбук. Если что, я допишу, что еще надо будет. Ждешь прихода мужчины к тебе перед Новым годом? Конечно, жду. Это мое желание. Когда в новосибирский кастинг? Я не знаю, когда новосибирский кастинг. Но если вы хотите попасть в ОФ на дом 2, то ты можешь прислать видео-визитку. Ты думаешь, нормальный человек 30 лет сидит на доме 2? Я не думаю, я уверена в этом. Капоклы квартиру переехал? Нет, еще не переехал. У тебя натуральный цвет волос? Да, у меня натуральный цвет волос. Зачем вы смотрите ее эфиры и наезжаете на нее? Нет. Да не, пусть обсуждают люди, это же круто. Говорите обо мне, я люблю вас. Да как думаешь, Грицен... ну, мы все стебали, как думаешь, Гриценко прийти? Так его нет, он не вернулся. Розалия Рависон гонит на всех вас, имею в виду ее. Да, я знаю, но ей же надо как-то сейчас пропиариться, надо каким-то образом выехать, потому что уже забыли об этом человеке, и она никому не интересна. Поэтому каждый участник, который слабый, в принципе, морально, физически, умственно, он выезжает и, находясь на доме 2, не хотевший покидать это место, просто уходит потом обиженный и выливает какую-то грязь, которую, получается, он участвовал сам в ней.
Меня искать не надо. Я вот на месте. Миленькая моя, поэтому хочешь, я с тобой встречусь. Только возьми, пожалуйста, мне тюльпанчики навстречу, хорошо? Барзиков, а вот и Барзиков. Ванечка, тебя рада здесь видеть. Так, сколько Рапе Ольге лет на самом деле? 30 лет, как и мне. Барзик, смотрите, я все рада видеть. Ровно 7 дней эфир. Очень соскучилась. Если Кашунька еще не придавила. Что за ребят? Ну что за группа? Ужас какой-то. Гречка Касабланка? Нет. Не знаю, кто это такая, мисс Федотова. На ринопластику, а что у нее там? Проблема с носом, Маруся? Ванька, да, Ванька крут. Мне Ваня нравится. Почему у тебя 3000... Ну, потом... Смотрю, это 4,25, я не знаю. Не знаю. Зашла в ее профиль. Красавица, да, наверное? В Беларуси тебе привет. Телефоны выдают на час только ночью. Сколько у нас время? А сколько у нас время? Я не знаю, у меня нет часов, не могу вам сейчас сказать. Меня выставила? А где мы с тобой? А ты знаешь, к тебе будет приход? Вам заранее говорят? Нет, нам, конечно же, не говорят. Ростов, привет. Вань, пошли пить чай. Брови классно, спасибо. Час 15. Сорока еще не уехал, он с нами на поляне. С Розой сижу. Краснодар, тебе привет. Нет, не крашу волосы, это мой цвет волос. Борисков, сегодня прямой эфир посвящен исключительно тебе. Безус приехал. Вот она, Роза. Дорого-богато сидит в шубе. Братик, привет. Красиво очень, спасибо большое. Буду смотреть «Дом 2», я только его и смотрела, когда с Лизой был еще. А без женщины с ребенком приехала, да, скоро будет. Так ты говорила, что он не приехал. Кому я говорила, когда я говорила, что он не приехал? Я спросила, о каком Лешу вы имеете в виду? Про синяк все рассказать? Ты сходила к косметологу, неудачно попала в капилляр. Улыбка, как всегда, красивая, улыбайся чаще. Покажи Майю, Майи здесь сейчас нет. Нет, Безус и Милена расстались. Нет, они вместе. Приветик, родной мой, привет. Рада тебя видеть. О, прошу, там холодно у вас, что ли? Почему все одеты? Ну, выходишь, когда с улиц заходишь, вернее, да, холодно, особенно после лобного. Все сидят, греются, мерзнем по 2 часа, по 3 сидим. Приветики, приветики. Пинчук полетит на острова. Не знаем еще ничего.
Почему вам там телефоны выдают только на час в сутки? А если домой позвонить надо? Если надо срочно позвонить домой, у нас есть городской телефон, и мы звоним. Такие у нас правила. Ты крутая, спасибо. Что делаешь в свободное время? Снимаем вам дом 2. Я даже уже читать перестала, нет времени на чтение. Но чтобы не отвлекались на телефоны, поэтому забирают. Зачем здесь спрашивают о курении, что от этого зависит? Я не знаю, я тоже не понимаю этого. Моя беременная, не знаю, не было такой информации. Да, отпускают, кто-то останется на поляне, кого-то отпускают. Что там слышно про Пашу и Наташу? Я не слушаю о них. Правда, что Марина Африкантова беременна? Впервые слышу. Они в лесу, да. А ты как попал на дом 2? Очень прикольно получилось на самом деле. Мы с сестрой смотрели дом 2, и я решила позвонить в кастинг. Она мне говорит, не хочешь пойти на дом 2? Я решила позвонить в кастинг-отдел. Когда я сказала им о том, что мне 30 лет, они сказали, я не подхожу, так как уже возраст, и эти позиции заняты 30-летних. И меня это задело, была как раз среда, я собралась и приехала непосредственно на улицу самого маршала, где проходит кастинг, и вот таким образом я попала на дом 2. Нет, я не в отношениях. Какого числа свадьба Саши с Йоси? 29-го. Скоро увидимся. Обещаю сразу не отшивать. Ничего не обещаю. Так, все узнала, пошла спать. Базиков придет на поляну, пиши. Хорошо, Марусь, сладких снов, малышку поцелуй. Почему ты одна из всех в прямом эфире? Я не знаю, просто соскучилась по вам. Ребята, может, чем-то заняты другим. Кто самый старый на проекте? Ябаров. Чуть моложе меня. Ябаров, по-моему. С каких туда можно попасть лет? С 18. По поводу прямого эфира, кто спрашивал, я так понимаю, Розочка вышла в прямой эфир. Да, Роза в прямом. На проекте нет, у меня нет симпатии, мы хорошо общаемся с... Я хорошо общаюсь с Сорокой. Сколько лет я Барову? 30 чем-то, я уже не помню. Может, 32, наверное. Димка! Дим! Почему Лера пришла в 17? Ну, там, я не знаю, может быть, и в 17 можно. Марина Африка 250 получает, это тоже слухи, это тоже бред. Как Розу найти? Роз, как ты там подписана? Роза, нижнее подчеркивание Максимова. Роза, нижнее подчеркивание Максимова. Дима, сколько Яби лет? Ой, я не знаю, 35? А, 35 даже Яби. Хорошо. Так, все отлично, как у вас. А Милену еще в психушку не поместили. Ну, зачем вот так? Нет, там Леша тоже такой исполнитель, я вам так скажу. Он обижает и провоцирует девчонку 18-летнюю, которая... Ну, пока что не, психически неустойчиво. Мы 18 лет все, наверное, такими были. Ну, практически такими. Скажи честно, не рада будешь меня видеть? Я не пойму, что ты кастинг прошел, Тарас, или в чем вопрос? Слава Богу, убрали Лену. Любишь готовить? Люблю готовить, но на поляне редко готовлю, потому что тут очень грязно, и начинаешь убирать, и пока ты готовишь, все равно приходят и застирают. Люблю, чтобы было чисто. Миленку жалко, да. Что вам рассказать? Такие новости. Я так зашла с улицы. Хочу спать. Отношений нет, мужика нет. Сижу, жду, когда ты придешь. Но ты почему-то не идешь. Где же ты?
Я не дерусь. Поговорить на заднем плане с Даркиным. Милена совсем еще маленькая, она, когда станет постарше, будет понимать. Я согласна. Ну, такая же, тоже полная. Погода тоже полная. Так что нам ничего не зачем делать. Вкусный зефир, ребят. Да, я объявила кастинг в доме. Оля, тебе привет от какого-то непонятного. Спасибо, тоже привет. Лили тебя, походу, куда? Именно в этом вопрос. Вот и спрашиваю. Блин, кто вам готовит, кто моет посуду? Готовим мы сами себе. Посуду мы моем тоже сами, но нам моют утром. Себе, посуду моем тоже сами себе. И моют нам, когда мы на Лобном. Она на острове бутылку пива стащила у Черкаса. Да, так она, Лена, вообще она на стакане сидит, поэтому... А здесь, когда не было стакана, она из-за этого сходила с ума, ломка была. Приятного, спасибо. Ой, Сергей, здравствуй. Так, я сейчас выйду, попозже зайду, пойду поставлю телефон на заряжать. Врет, кто-то написал, наверное, ей. Никто не написал, садись с телефона, Сударкин, ты куда забьешь мне? Не помою. Врет, говорит. Позорюсь, Лена, ну... Когда спать? Я засыпаю здесь не раньше 4 утра, в 5 в основном, 5:30. Как-то уже выработался режим. Но это так сложно на самом деле, все равно не высыпаешься. А продукты вам по заказу привозят? Или что привезут? Есть стандартный список, но можем добавлять его. Уход Лены покажет, я не знаю. Приятного аппетита. Вот и спросил про рада будешь видеть или нет. Я рада буду видеть свою сестричку, я рада буду видеть свою племянницу. Мы с тобой не знакомы, чтобы я могла тебя рада видеть. Ну, как, что за глупости? В 10 встаем. Что через двора новое будет? Неинтересно вообще, что с ним будет. Будет в 10. Люблю готовить, да. Орёт грузин. Где он орёт? Как относится к Леночке, да? Можно оставлю этот вопрос без комментариев. Без ответа, вернее. Сколько билет на США стоит? Не знаю. Общаюсь с Арсеном, я со всеми общаюсь. А Леночке? Врунья. Патологическая врунья. Игрок. Чего сделали, Алла? Ну, еще такие побочные эффекты после болезни остались. Ну, уже хорошо, спасибо. Вот. А к Розе? С Розой, Роза, если Максимова, с Розочкой мы дружим очень хорошо, мы прям подружки с ней. Меня арестует только мой мужчина. Привет. Что? Да. Привет, очень красивая, спасибо. Роза, ты пошла видео снимать там или что? Я хочу. Хорошо, не так выразился. Проголосую, чтобы оставили и дать шанс на знакомство или против. Как знать, так знать заранее. Я не знаю, смотря как ты меня, как ты себя проявишь, куда я могу знать. Он же к тебе на проект пришел, ну, потому что не мой мужчина. Арсен громко ходит. А которая шаба тоже балаболка. Обвиняет кого-то во вранье, а сама врет по полной. Которая шабой.
я не отдам властям руки. А я говорю правду. Только с Верой, он Максим или Старкин? Кого? Выставили. Уже выставили? Ты же так просила, чтобы его оставили. Я думала, ты с ним будешь. Я думала, что мы будем хорошо общаться с ним. Было интересно, конечно, оставить. Мне надо было с ним пообщаться, прежде чем сделать выводы. Так. Уборку вы сами делаете, как вы ходите там в уличной обуви? Нет, уборку убирают. Есть люди, которые убирают. Всю правду рассказала? Ну не, ну если для вас это правда, вы можете мне верить, я же вообще не претендую. Да, конечно, видела пост. Напиарится за наш счет, пусть пиарится. Поможем девочке насобирать подписчиков. Постараюсь проявить себя, чтобы ты дала шанс на знакомство, хотя там на Лобном не много времени себя проявлять. Ради халявы можно и врать. Каждому свое, Татьяна. Я не знаю, сколько у нас времени, у меня нет часов. Дом 2 это по-настоящему или реали? По-настоящему и реали это одно и то же, в принципе. По-настоящему и реали. Реалити-шоу — это реальность. Какие цветы люблю? Тюльпаны, пионы, полевые цветочки. Но очень люблю пионы. Скажи правду, ее из-за наркотика выгнали? Говори правду. Отвечаю. Почему она просто рот открывает в этом случае? Так она да. Спасибо. Пожалуйста. Ты ж хожа. Привет, друг мой. Не в массажном салоне. А такая святая. Вот я вам об этом и говорю, ребята. Вы ведетесь на ее посты. Все, почему у вас время? А дом 2 начинается в 8 утра. Роза, которая Шаба выложила опрос про Йосю Черного. А, она уже и про Йосю Черного выложила, боже. Почему Шаба за ней ушел? Не знаю. Совершил большую ошибку. Кто из из-за наркотиков? Никого не выгнали из-за наркотиков, проехали. Ковызно проехали, ребята, это бред какой-то, правду мразь типа на всех открывает, типа да, хотя все отговаривают меня, говорят сразу сольешь и все, но я не меняю симпатии, иду до конца. Молодец, Тарас, когда заходишь? Лена, как сделать, чтобы... Аля, у нас сейчас видео будет, мы сейчас видос будем снимать. Ты что, не снимаешь? А что за видос? Я сам танцевать умею. Вы танцевать будете? Нет. А что там будет? Жаль, что? Ну, где музыка? Блин, какая же ты красивая. Брови и губы свои или делаю рук косметолога? Брови, губы мои, все мое, все абсолютно. Единственное, что я вот сделала, это убрала мешки под глазами. А так все остальное мое. Почему Юлию Романову называют гречей? Ребят, уже устала рассказывать это. Потому что она наша вкусная греча. Да, просто потому что все любят. Розалия молчала в тряпочку, когда была на проекте, как кинула, смело стала. Совершенно верно, это лучше. Спасибо, я вас люблю. Привет, что-то я давно не заходил. Ты еще на этом... Да. Кстати, недавно видела с Йося, он тебе привет передавал. Йося другой там, Украина. Ты крутая, спасибо. Про гречу смотрите у Саймона. Класс. Пока две даты захода. На следующей неделе скажу точную дату. Окей.
У меня 15 мая день рождения. Блин, а что он им делается? Лян, а что сейчас? Надо нажать, может, что-то? А где звук? Я не пойму. Ебать, может, что там было? Включился? У меня все нормально, что он не снимает? Ты хочешь домой или уже привыкла к дому 2? Да, мой дом 2 это мой дом 2 однозначно. Единственное, что скучаю по родным. Блин, всем пофиг, да? Аля, мне не пофиг, я хочу... Что за видео девчонки снимают? Я сама не знаю, пытаюсь напроситься к ним видео. Надо в Москву приехать... Бузова в пути, если же. Я думаю, ты с Йосей договоришься, у тебя все получится. Блин, не добавляй. Ток непонятно, сколько косметики. Ты так просто на высшем уровне. У меня минимум косметики всегда. Спасибо, Вова. Когда твоя тема будет в эфирах? Тебя совсем не видно на проекте. Я спрошу, узнаю. Наверное, нам разрешают к ним ездить, но не так часто, как хотелось бы. На свадьбе тусишь у Черно? Ну, буду тусить, да. Оля, привет. А что ты делала с глазами? Были синяки. Это наследственно передается, заполняется носослезная борозда, укольчик. На 2 года делается. Блин, Умора, Роза, Йося, Черно бомбит в историях. Представляю, что Черно будет, когда прочитает. Ага, где Пинчук и Аляна? Аляна на месте, Пинчук где-то бродит. Это блюдо, если шо. Можно говорить такое слово. Можно говорить не шо, а что. Похоже, уже давно пора. Где Майя? Не знаю, где-то тоже бродит. Так. Черно уже прочитала и... Ну, не знаю... 29 лет, что, надеюсь, я не разглашаю секретную тайну, надеюсь, до Нового года. Оль, тебе надо опять к лохопеду подкатывать, чтобы хоть какой-то кипиш был. Ребят, давайте я вам посоветую, мне не советовать. Я буду делать то, что мне хочется делать. Рапи не 35 лет, Рапи, по-моему, 30. Милена еще на проекте. Я же тоже из Донецка. Но шо-то как-то вообще не вставляет схожих. Я уже в Киеве не шокала, я в Донецке не шокала. Ты же где ты работаешь на телевидении, Хожев? А что ты, Хожев, сейчас на мастер-шефе работаешь? Блин, ну, они меня замораживали, но когда попали непосредственно в капилляр, было очень больно, у меня прям даже болело. Лохопеду есть 30? Да, уже, по-моему, есть. Девочек? Да что их показывать, они на картах сидят, смотрите. Басада, Роза спиной сидит. А, Вероника! Да. Подожди, там прикол, что мы под этим... Сейчас покажу. Рисовать с туалетом уходом, а до этого что будет? А ты когда в нас делаешь? Ну давай, иди туда, выходи. Юль, тебе привет, ты классно очень, говорят. Блин, что так медленно?
О, это в комнате... А кто здесь в этой комнате жил? Я же не помню. Ну, они что-то снимают, девчонки, видео какое-то. Да, нам на час его дают телефон. Снимают, конечно. Давай. Нас постоянно снимают. Нет, я Барова нет. Я Баров на острове. Только он не Е Баров, а я Б Баров. Как же долго удерживать надо? Это не Пинчук, это Юлька была, Греча. Просто снимать все до последнего. Да, да только подожди, сейчас надо будет держать. Разница в возрасте, как относишься к этому? Да, нормально отношусь. Нормально. Дом 2. Давай. С руки на первом этаже слышно, как Греча орёт. Да, она... Где Пинчушка? Где-то, не знаю, где-то бродит. Привет. Пинч едет 40, не знаю, еще не решается этот вопрос. Вот именно, он еб. А, я поняла тебя. Капа с Маринкой не ругаются? Нет, не ругаются. Раз, два, три. Леночка уже ушла. Алене пару месяцев, по-моему, через пару месяцев. Сейчас они начнут исполнять, покажу. А уже все, они уже все отсняли. Пропустили дом 2. А может быть, сейчас переснимут. Можем отметить откуда. Давай, делай. Такой классный. Спасибо большое. Сейчас подождем. Может, ой, подождите же! Может быть, у нас получится заснять этот трошничок. Там еще эффекты всякие можно добавлять. Да, я придумала. Вот, сейчас. Ты крутая, спасибо большое. Сегодня не устала, на тебе улыбка. Да, какое-то настроение прям прекрасное. Может быть, уже чувствую Новый год. Спасибо. Покажи Майю. Майи нет, Майя где-то, может, у себя в доме. Я не знаю, где. Смотрите. Давай, что дальше? Привет, привет. Алена в декрет ушла вместе с мамой. Да, будет уходить вместе с мамой. Вот так и живем, ребят. Сходим с ума, кто как может. Девчонки жгут, да, да. А, переснять. Переснять и... Сейчас еще будет еще один выход.
Я с Наташей никакие вопросы не решаю. Оля, Сорока тебе не подходит. А кто мне подходит? Он страшный, его тоже пора с проекта гнать. Он очень интересный внутренний. Привет, Оля, как настроение? Ты все популярнее. Я популярнее? Не знаю. Привет, привет. Весело, да, у нас весело. Оля сойдет с ума без мамы. Диму жалко. Возможно, возможно. Они в ТикТок снимают. Я не знаю, где, чем они там снимают. Тебя держат на проекте, так как суд или что? Так как я Оля Сударкина. Новенький, который к Пинчу пришел. А что новенький? Ну что, Наташа на тебя уголовное дело вела. И что? Ничего себе, какая Алиана высокая. Да, Алиана высокий модельный рост. У нее там 1,80 м, что-то такое. Такая красивая, спасибо большое. Одежду вам бесплатно дают за рекламу? Типа носишь и на этом рекламу делаешь? Нет, нам одежду не дают. Одежда только наша, мы сами ее покупаем. А, который к Пинчу пришел. Это... А, я поняла. Да, мы подходим, вы думаете? Надо присмотреться. Новенький тебе подойдет, имели в виду, наверное. Да, я уже, Катюш, поняла. Спасибо большое. И что будешь делать? Буду общаться. Пинчушку сказать, пусть не едет Сорока. Молодец ли, что они там с ней... А, мало ли, что они там с ней... Не, ну что они могут с ней сделать? Ничего не сделают. Наташа, ротик прикрой. Мне кажется, нужен тот, кто сможет отстоять твое мнение как минимум. Ты боксом занималась? Нет, не занималась. Хайп, да. Так, а про какие рекламные деньги говорят все участники? Одежда есть, но смотря какая, то есть не постоянно, да, там можем куртку какую-то рекламировать, косметику, но особо такого бартера нет. Это всего лишь реклама, за которую нам платят деньги, да, и если не платят деньги, то, соответственно, дают взамен то, что рекламируем. Так, а про какие рекламные... Ага, на остров не хочешь? Нет, пока не хочу. На остров. Пиарили меня, вот и говорили, что я боксом занимаюсь. Оленька, тебе бы подошел Виталик, самый классный баянист, верно. Виталя очень крутой парень, на самом деле, добрый, искренний, честный. Но мне кажется, что он для меня слишком спокойный. Я вот немножко это обезбашенная, такая сумасшедшая, и мне надо, чтобы был драйв. Это слух, что она занималась боксом. Она обычная девушка, как и Наташа. Спасибо, Дом 2. Что думаешь о Ларченко? Что я не думаю? Высокомерная. Неоправданно. Виталя не секси. Таких и надо, Оленька. Ларченко такая стерва, ужас. Ларченко амеба. Ну да, я, знаешь, вам так скажу, что... Подбирала слова просто. Я так скажу, что если бы она не была в отношениях с Ябаровым, она бы не была на проекте. Она очень скучна, да, она бы потухла. У вас есть сцены. Роза, девушка Шабарина, сказала, что Сударкина. Не поняла вопрос. Как там Татьяна Сергеевна? Я не знаю, она на островах и понятия не имею вообще. Как-то я с ней даже, когда она была на поляне, я даже как-то с ней особо не общалась. Игра. Так, а что насчет Юлии Романовой, думаешь? Вы дружите? Да, мы с Юлькой дружим. Сумасшедшая, веселая девчонка. Иногда может поистерить. Вы очень красивая, спасибо. Нудная и тупорылая Ларченко.
особенно глаза. Спасибо большое, спасибо. Роза написала пост. Роза написала, что и Марина Африкантова 250 зарабатывает. Ребят, пожалуйста, ну кому вы верите? Кому? Я знаю, я читала этот пост, но... Ну, ребят, ну бред, бред. Это получается, она тоже жила по сценарию. Ей тоже платили деньги за то, что надо было спать Шабариным. Ну вот правда, ну вы же взрослые умные люди. Оленька, как ты должна на проекте быть? Мне еще нравилась Ряска. Жаль, что ушла. Ряски не хватает. Зайди, прочитай, что она пишет. Я читала, что она пишет. То есть клавиатура меняет. Я поняла. Да, и пример сделать рекламу Джум. Да, спасибо за подсказку. Я спать. Время 6:30 утра. Ого, спокойной ночи, сладких снов. Покажи девчонок. Оленька, во сколько я ложусь и спать, и встаешь? Ложусь в 5, в начале 6, встаем в 10. Будут отбирать гривни. Я хорошо дружу с коллективом, поэтому все в порядке. Спасибо большое. И тебе спокойной ночи. Мы за тебя спасибо. Вообще, а я не помню, чья эта комната была. А, это, наверное, как их, Литвиновых. Чего-чего? А почему Паша и Наташа говорят, что два их выгнали? Потому что Роза тоже говорит, что у Африкантова 250 тысяч зарплата. Моя любимая Оленька, я пошла в прямой к Сороке. Прости, давай, спокойной ночи, до скорой встречи. Сама-то не заливай, у меня знакомая приходила 3 года назад, недалеко, неделю на дом 2 тусила, сказала, что сценария нет, но орги направляют что-либо делать. Оля, по-твоему, она мне это тоже ради пиара рассказала? Вообще, что она рассказала, мне вообще не интересно, вот честное слово. Ради чего она тебе это рассказала? А у нас очень тепло, поэтому не обязателен коврик. Комната, по-моему... Это комната Литвиновых или чья это комната? Это комната Майя. Это комната Майя с Лешей. Аляне лучше посветлее волосы, сразу прям снова 18. Согласна с тобой. Покажи ремонт в этой комнате. Девчонка сходит с ума. Это мы сами так ложимся спать. О, нет! Я говорю конкретно, по какому вопросу врут. Если она, может быть, была твоя подружка тухленькая, и ей подсказывали, что делать, может быть, но сценария нет. Меня не зовут и не говорят, что мне надо делать. Вот и все. К Антоне Пинчук подходит, они такие классные. А сколько вообще комнат в доме? В общем, в доме 4 комнаты, в VIP-доме 3 комнаты, и где Рапунцель живет, по-моему, 2 или 3. Кто был в клетчатом пиджаке? Роза. Они из туалета, да, они из туалета выбегают. Алена и Татьяна Владимировна. Да, они здесь жили. Тут вроде Алена жила. Куда она делась? Декрет? Кто там свою моську красит возле зеркала? Сколько времени? Никто не красит, Розочка сидит, просто разговаривает.
Как дела? Обувь, все хорошо, спасибо. Для кого эта песня такая играет? Чё девки творят? С ума сходят, девчонки пишут видео какое-то. Прыгают, скачут. Они бешеные, ребят. Так что, ребятки, я была рада вас видеть. Было крутое сегодня у нас общение, живое. Слон упал какой-то. Там, да, две слонихи тут исполняют. Живое общение. Нет, у меня нет парня. О, это моя больная тема, ребят. Когда он будет? Когда он придет, тот самый мужчина, который сильнее меня, умнее меня, который с чувствами юмора. Боже, правда, что? А что у нас так трясется дом? Мне, ребят, мне надо срочно с родными пообщаться, потому что в первую очередь я выхожу к вам в прямой эфир, а уже потом на оставшееся время я общаюсь с родными. На лоб на всех абсолютно выгонят. А если не захочешь? Знаешь, этой серии нравится, не нравится, спи, моя красавица. На свадьбу к Черно собрались. Вот завтра буду платье выбирать. Они редактируются, ни хрена. Вообще прям прикольно. Дом трясется, да, не поймем, в чем дело. Не только они, наверное, прыгают. Мы все тут прыгают. Молодец, Оля, всегда очень хорошо выглядишь. Дорого и со вкусом. С наступающим. Хелен, спасибо вам большое. Вас с наступающим. Всего вам хорошего в новом году. Так. Ребята, ну у меня уже, в принципе, осталось 1,5 минуты. И поэтому я вас очень люблю. Я вас жду завтра. Крутое было общение. Вот прям класс. Да, где ты бежишь? Все, пока-пока, спокойной ночи вам. Горловская прикольная девчонка, веселая. Мы с ней мало пообщались, но у меня о ней хорошее впечатление, воспоминания. Почему ты такая красивая? Потому что мама с папой родили меня, сделали красивой. Спасибо им большое за это. Все, родные мои.